Пусть небольшой, но парад в еще одну победную весну увидели ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Северского района. Может быть и со слезами на глазах, но 9 мая все-таки радостный праздник. У нас есть великое прошлое, которое мы помним, чтим и будем передавать нашим детям. И пока мы помним это, никогда, никогда на земле не повторится то, что было тогда. На встречу с ветеранами глава района взял и своих подрастающих сыновей. Посчитал, что важно, необходимо знать и помнить. В поздравительной программе приняли участие прокурор района Евгений Ширяев и депутат законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко. Фронтовикам вручили памятные подарки, цветы и подарили музыкальную программу. Сегодня в Северском районе осталось четверо ветеранов Великой Отечественной. Григорий Георгиевич Чаленко проживает в поселке Ильском. Победу в 45-м встретил в Болгарии, уйдя на фронт беззаботным 17-летним юношей. Александр Павлович Кичик из поселка Черноморский встретил гостей при полном параде. На груди ордена и медали. Сколько потерь, лишений и тягот когда-то легли на эти плечи. Здесь же, в Черноморском, живет Владимир Федорович Акименко с любящей супругой и сыном. Владимир Федорович принимал участие в освобождении Кубани и Кавказа. А вот Василия Филипповича Черепова из станицы Северской из-за болезни навестить не удалось. С Днем Победы поздравили жительницу блокадного Ленинграда Нину Ивановну Веривскую. Несмотря на пережитые ужасы и лишения, она по-прежнему полна оптимизма. Наверное, пережив страшное, больше люби жизнь и знаешь ей цену. Женщина до сих пор активно участвует в общественной жизни района. Каждый из них не только положил на алтарь победы все, что имел, но и трудился, не покладая рук, в послевоенные годы ради восстановления воскресшей страны.